Вопрос такой, второе еще предложение, скорее всего, и раз такая проблема, может быть, с программами по развитию, по благоустройству города, например, да, каких-то зон, вот в Жигулевском море и так далее, может создать какие-то проекты, вот, например, там, «Вида территории смысл», да, конкурс проектов. Студенты могли бы подготовить, например, строительный институт каждый раз готовит, вот, у нас Татьяна, да, Святой Татьяне, они построили проект, сделали проект и готовы его реализовать. Сейчас копятся деньги, как бы, и в ближайшее время это реализуется. Возможно ли это сделать, может быть, быстрее благоустройство происходило и привлечение средств к нам в город? То есть не только разработать проект, но вы и сами деньги находите? Ну, а сколько это денег? Ну, смотря какой проект. Ну, чтобы понять, это 40-50 тысяч. Ну, к примеру, вот по улице Мира очень много есть дома, где располагаются, где там, как пикерс и так далее, просто серые стены. Возможно же, например, средствами даже студентами закупить волочки, которые любят граффити, разрисовать, сделать сами, может быть, какие-то картины, вот, к примеру. Вот вы делали картины, 5 торцов в городе, Кинь, на Волосово, на Жигморье, и потом Татищев, когда из зеленой зоны въезжают в новый город. И многородними силами мы объявляли конкурс на всю страну. Мне кажется, это хорошо. И приехал даже парень, который итальянец, он живет сейчас в Питере. Итальянец, он живет в Питере. Но вот затраты примерно на один торец такой, да, на кольце Ворошилова сделали. Это где-то 600 тысяч рублей. 600. Поясню, там существенная доля еще стояла в том, что, особенно когда речь шла про панельные дома, нам нужно было заделать швы. Не заделав швы, сделаешь картину, завтра это все превратится в дом. И нам нужно было получить согласие собственника, чтобы мне. Вот я, как собственник, был проголосовал за, даже если мне не сказали, что мне швы заделали. Но многие люди, а что же это будет? Хотя теперь у них дома, мне кажется, ты в каком доме живешь? В доме с китом. Да? Ну, были такие, а ваш, сколько с нас за это денег? Вот. Если мы ведем речь об одинаковых цифрах, то давайте попробуем. Относительно объединения русских не могу прокомментировать. Не знаю, насколько это не наши деньги, не федеральные. А вас к чему это, что вы беспокоите?